Еще довольные. Ну, бывает. Так, есть фиаско. Ну, давай, заводись. Бустер. Разгончик набирает. Пошел. Давай, чуть потяжелее. Давай, газку! Газку давай, блин! Это что-то. Серега, с разгону давай! Они уже разместили грязюку, блядь. Это что-то, фиаско, блядь! Давай, сейчас посмотрим с этой стороны колесо. Стой, стой, не копай! Лучше бы на рыбалку поехали. Не, разгонит, разгонит. Там лед попал просто под колесо. Все, хорош, да. Хорош, он скользит поэтому по земле померзший. Да давай, Серега, руками. Давай, 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 давай. Зелов-то. Сейчас, да, вообще царь горы, блин. Так. Серега купается. За счет кого все это сделал? Блин, а что, каких-то блокировок не хватает, получается? До очередной проигрыш и вспышка правда. Буквально на днях Мэш показывал якобы разоблачение Навального, который, по сути, это все пересказал, что говорил в своем видео Алексей. Как правило, сразу всплыла наверх. Главный редактор Мэш Максим Иксанов, побывавший внутри здания, заявил, что попасть на объект, который ранее охраняли ФСО и ФСБ, ему помог некий представитель. О, Серега скорость, Сроха набрал, мне кажется, да? Передняя, что задняя? Только строится, а его комнаты, в отличие от показанного в фильме Навального, представляют собой бетонные коробки без облицовки. Позже телеканал «Россия-1» назвал дворец недостойным апартаментом. Давай, 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 который, судя по надо подтолкнуть, блядь, это шлифует там вообще сзади. Спичку, да, но они как-то, блядь, по очереди. Владельцам здания.
издания себя. Ну, сейчас передний один гребут, сзади не гребет. Заместитель главного редактора интернет-издания «Мышь», которая первым показала дворец Путина изнутри с голыми бетонными стенами, после того, как с них содрали заплесневелый мрамор, уволился с работы. В своем телеграм-канале Титов написал, что при подготовке материалов о дворце все решали не журналисты, а люди в костюмах. В его посте дословно рассказывается следующее. В «Мышь» я пришел в конце 2018 года. Абсолютно случайно. Про уход старой команды не знал. Про само это медиа тоже. Резюме его выцепили просто потому, что там в кучу места работы был лентач. Я только закончил магистратуру и планировал эмигрировать. Даже приглашение уже получил. Так, я решил попробовать офисную жизнь. До этого сотрудничал с редакциями на удаленке. Работа оказалась невероятной. Смены 24/7, идеальные коллеги, понимающий работодатель. Дорогая Даша быстро сделала из меня человека, божественный учитель. Полномочия быстро росли. Всего через полгода она нас покинула, а за телегу стал отвечать я. Что такое? Ложись спать. Зарплаты, а для человека из бедной семьи это важно. Я получил шанс поменять под свой характер самый большой русский телеграм-канал. Остался духа. Должен это сделать. Давай наискосок так, наискосок. Иди, может, лучше будет. Нет, так наискосок так. Известный российский интервьюер Юрий Дудь ответил на снисходительные комментарии людей, критикующих протесты, и объяснил, для чего другие люди выходят на акции и почему это может коснуться каждого. Слышу много снисходительного по мотивам позавчерашних протестов. Вышли на улицу, когда не разрешали. Вот и не грустите. О, пошел. Рулем пробуй, рулем пробуй. Понятно, что кто-то так говорит и думает, чтобы оплачивать домработницу и садовника в ломбарде. Но тот, кто думает, как ты зачем съезжал? Сейчас люди протестуют против того, чтобы немного людей сюда заполнили наручники, а перестали под миллион налогов превращали в судовские книги. Отсюда я сейчас поеду. Давай, давай. Макс, поехали. Пускай съедет, втроем много там. Максим, фары включи. Максим, фары включи. А. Танки в бой. Ну, бля, Дуса пошел. Нормально. Бегемотик спокойно.
Ну давайте крутите что-нибудь там. Качает капец. О, новая целина же. Как мыши с вами здесь. Пощел. Все. Летите в машинами. Тут снега много сильно. Кто буксует, давайте. Астр залез, бля, по самые яйца. Подожди. Ты на нужно залез, а все. Так, колес не видно. Не остаскивай, смотри. Нет, тут сильно много снега, бля. О, первые признаки. О, бля, чуть-чуть вон. Давай следующий подъезжай, да. Не, выйдет, выйдет. Ну, только лучше надо назад, да. Тут пустыришь, получается, блин. Бугор, во, тут сильно не поднимется. Не, Иван.
почти залез, почти. Вперед, давай, вперед, ты почти вышел. Так я упрется в эту хуйню. Не, лучше не надо. Стой! О, блядь, поехала, хуя себе. Нихуя себе. Ну, дустер удивляет, блядь, конечно. Тут такой перепадик, конечно, нормальный. Кто следующий? Блядь. Да, Серега. Тут ты, конечно, не. Тут я тебе не вряд ли, конечно, что у него тяжело сильно. Колбать его уже, блядь. О, свесы какие. Б. Нормально, нормально, пока не страшно. Раскачки не надо. А все, наверное, закопал, бля. Не. Раскачки, блядь. Какая раскачка на автомате? Все. А это вот плюс-минус нет режима? Есть. Это все нормально, так. Еще не сезон картошку садить. Делов-то не смог переехать танковую дорогу. Макс, что за фигня? Рама. Рама? Давай пробуй уже, отыркайся. Если что, чай у тебя есть. До завтра проживешь. Звони начальнику, отгул проси. Давай, давай, с раскачечки. Вот здесь надо подкопать немного. Вот здесь он упирается. Вот сейчас вот если это откопать фигню, просто залетит. И из-под заднего тоже колеса. У тебя же, Макс, основной задний привод? Заднеприводная Сорента? Нет, все, Макс, пробуй. Зачем назад? Ну, как хочешь. Давай, пробуй. Сейчас вперед подай. У тебя под колесом как раз сейчас прикопали. И назад выскочишь. Вы вместе надо, вместе. Макс, давай. Раз, два, давай. Давай назад, назад. Все, давай, Максим. Давай. Назад. Давай. Едь. Толкайте. Серега, давай ближе, толкайте. Потолкайте машину, не выйдет.
не, потухи. Мы с вами куда-то вперед. Эй, трава. Ну так вот я пропал, надо выйти.